Охренел, номеров депутатских не видишь, или что? Да мне все равно, кто вы. Я представитель новой полиции, патрульный Тарас. Слышь, Тарас, может, мы как-то договоримся? Что? Камера. Что? Камера здесь. А. Конечно, мы с вами договоримся о том. Вы не переживайте. Пока давайте, ну, правдоподобно все сыграем на камеру, чтобы потом вопросов не возникало. Слава богу, а то я испугался. Вы же там кричите, что вы все честные, взяток не берете. Ну, вы же тоже там в Раде все кричите, что работаете. Это да. Ладно, давайте, я готов. Поехали. Я обещаю повысить пенсии, зарплаты, стипендии. Понизить... Что? Что вы делаете? А, извините, это у меня рефлекс на камеру такой, простите. Но вы даете. Это точно потом покажут по телевизору? Ну, если сделаем все правильно, покажут по телевизору. А если нет, покажут в Верховной Раде. Понял. Так, давайте, соберитесь. Готовы? Да. Поехали. Здравия желаю, патрульный Тарас. Виноват я, товарищ патрульный Тарас. Но я вам вот что скажу. Да что не так? Слушайте, отойдите на 2 метра. Зачем? От перегара камера запотевает. Картинка мутная, понимаете? Извините, бухнул я. Отойдите. Да, да, и покричите на меня. Покричать? Ну да, что вы для правдоподобности. Ну, сейчас сбудется, да, давай. Давайте, готовы? Поехали. И... Что такое? Я не могу просто так покричать на вас. Почему? Ну, мне причина какая-то нужна. Господи, ну представьте, что я Янукович. О! А? Нормально. Готовы? Да. Поехали. Да. Господи, да что опять? Янукович до Майдана или после? Просто тут 2 совершенно разные формулировки будут. Конечно, после. Давайте уже. Все. Давайте. Сразу надо было сказать. Соберитесь. Да. Все, поехали. И... Господи, да хватит псыкать, я уже в туалет хочу. Что такое? Ничего, для храбрости бабахнешь. Да вы что? Спрячьте-то немедленно. Чего это? Нам еще с вами надо в трубку дунуть. Не-не-не-не-не-не-не-не-не, братан. Я перед тем, как сесть за руль, дунул так, что 4 часа на аварийке простоял. Что? И что, и я пас. Если ты хочешь, хапни, пожалуйста. Вы соображайте, что вы говорите. Либо мигалки выключи, либо музло включи, потому что меня еще прет немного. Так, я вас прошу, соберитесь наконец, иначе мы ничего не снимем, понимаете? Отойдите на 2 метра. Готовы? Давай. Поехали. Да. И... Виноват я, конечно, товарищ патрульный Тарас. Да. Давайте, знаете что, давайте я вам дам 100% и больше нарушать не буду. 100%? Да. Угу. Да тут минимум 300% давать надо. 100% это сейчас не проценты вовсе. Я, конечно, вас понимаю, товарищ патрульный Тарас, но я могу вам дать максимум 235%. У меня просто реально больше с собой нету. Ладно, договорились. Давайте. Отвлекись как-то, мне надо кошелек достать. А, понял. А где же ты наш водитель подевался? Странно, только что был здесь. А вот и непонятно, где наш водитель. Господи, такой приятный человек. А вот наш водитель. А я здесь, водитель. Жду вас. Наконец-то да. Появи... У меня только гривны. Хорошо, тогда по курсу 23. И... А можно еще раз вас обниму, патрульный Тарас? Да, конечно. Ты не борзей, давай по 16, ты. Ну, хотя бы по 20. И? Давно не виделись, патрульный Тарас. Я тебе говорю, ты не борзей, у нас по 20 в Верховной Раде даже за голосование не дают.
Ладно, договорились, господи боже мой. А, давайте посмотрим вашу аптечку. Что такое? У вас нет аптечки? Аптечка есть. Так в чем проблема? Проблема в том, что где есть. Ладно, хорошо, я дам вам свою из нашей машины. Да. Предъявите огнетушитель. Я так понимаю, огнетушитель тоже мой. Слушай, давай вот эту историю с проверкой снимем сразу возле твоей машины. Ну так реально быстрее будет, ну. Вы соображаете, что вы говорите вообще? Я говорю нормальные вещи, да в чем дело? Вы не можете, выпивши, понимаете, от вас прет за 3 километра. Вы... Что такое? Ну что так долго? Да, договорился. Почти договорился уже. А что случилось? Так, камера сползла. О! Ну так что, мы будем что-то решать или нет? Ну слушайте вы, если вы в таком состоянии, то с вас не 230, а все 300, понятно? Ты не борзей, Тарас, я тебе говорю, ты. Ах так? Тогда не 300, а 350. А то что? А то все. Ты что лезешь, а? Это мой клиент вообще-то, а? Какой клиент? Я его остановил, я его и доить буду, понятно? А ну-ка, улыбнитесь, красавчики. Теперь вы мне, походу, должны. Ах так, тогда не 300. С вас 500. И вы свободны, уважаемый автолюбитель. Уважаемый патрульный Тарас. Пошел ты со своей новой полицией знаешь куда? Вместе со своим Аваковым и Яценюком. И Порошенко туда заберите, понятно? Пс. Не та грудь. Ёханый бабай. Петр Алексеевич, извините меня, пожалуйста, я больше так не буду. Пожалуйста, я... Хотя не, наверное, надо уже вот так. Петр Алексеевич, извините, пожалуйста, я больше так не буду. Дорогие друзья, как известно, в новую полицию берут только умных, храбрых, смелых, честных, талантливых, беспристрастных. В общем, как они 2000 человек набрали, хрен его знает. И сегодня у нас в гостях представители этой самой новой полиции. Встречаем! Представьтесь для начала. Hello. Добрый вечер. Ух ты. Чуть ушки не оторвал. Я представитель новой полиции. Меня зовут сержант Вальдемар. Очень приятно. Это моя напарница Кися. 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 Кися, если честно, си-символ нашей новой полиции. Кто, простите? Си-символ. А, понял. Правда, на кошечку похожа? Ну, в принципе. Я первую неделю даже тапки прятал. Да, правда? Да, видишь, как спинку выгнула кисюля. Ага. Поняла, что они говорят. Она не все понимает, это понимает. Да. Кисюля, иди гуляй. Иди гуляй, давай, Кися. Что это она сейчас делает? Ты же не видишь, патрулирует. Круто. Не отвлекай людей. Иди патрулируй за кулису. Давай, Кисюля, брысь. Давай. Кисюля, красотка. Давай, Кисюля.
я понял. Что ж, еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Вы представитель новой полиции. Да. Я, так сказать, всадник авок... Всадник авокалипсиса. А, понял. Да. Ну что ж, пару вопросов о вашей работе. Пожалуйста. Просто, ну, не только меня, всех интересует. Скажите, почему вас переименовали вот в полицию? Почему, например, не в каких-нибудь карабинеров, там, скажем, например? Знаете, нам абсолютно все равно, мы профи. Переименовывайте нас, кого хотите. Хотите в полицию, хотите карабинеры, хотите жандармы. А нас на Борчаговке, как назвали, мусора, так и называют. Немножко обидно. И еще мы не берем взятки, вы знаете что? Что, вообще? Вообще не берем взятки. Совсем-совсем? Совсем, нам самим по приколу, насколько нас хватит. Я понял. Да. Какие еще казусы в работе у вас? О, не все граждане относятся к нам серьезно. Да? Да, многие на дороге считают, что мы аниматоры. Да ну ладно. Это правда, я вчера после работы шел уставший. Знаете, снял фуражку, положил на лавочку, так мне за час мой годовой оклад набросали. Это люди не со зла. Да. А что это она сейчас делает? Кися хочет играться. Играться? Да, да, давай, Кися, давай, да. Кися. Вот она. Ух ты, ёшкин кот, побежала. Умная девочка моя. Да. Скажите, а до полиции вы вообще кем работали? Я? Да. Я профи, я был наркоманом. Как? Конченым наркоманом был, правда. А как же... Ну все, надоело, такая жизнь, знаете. Пошел сдаваться в милицию и случайно прошел отбор в новую полицию. Музыка заводит, извините. По-моему, ух ты, ёшкин кот, Кися! Давай. Ох, иди, твою мать, давай. Вернемся к вашей работе. С удовольствием. Объясните, пожалуйста, почему вы, ну, в отличие вот от старых гаишников, не стоите на перекрестках, ага. Да, вот, а всегда находитесь в движении? Знаете почему? Почему? Честно? Да. Кися не умеет парковаться. Да ладно? Да. А еще в работе вот с Кисей есть какие-то минусы? Есть, правда. Из-за того, что все бомжи на районе подписаны на Кисю в Инстаграм, они знают наш маршрут, и мы никого задержать не можем. Это правда. Понятно. Да, а... и все останавливаются по нашему требованию. И что вы делаете? Ну, есть фишка, дай кися. Ты моя ляснички, на, смотри, ой, ой, упала. Вот так, пошла, пошла, машина едет, опа. Опа, работает всегда фишка. А, я понял, ну, в принципе, профессионально сработано, да. Конечно, а вы думаете, случайно кися прошла жесткий отбор в новую полицию? Да? Да, лично Аваков приехал ее и отобрал. Ну, из 10 девушек всех, кого смог, ну, в общем, потянул ее. То есть кися профи. Кися профи. Это единственный рядовой, которому на построении разрешают во время исполнения гимна не петь. Разрешают танцевать. С прошлой работы осталось. В смысле, вот. Кися, ну дай, сейчас он поймет. Вот так пошла. Вот так, вот так. Вот. Им там три куплета. Ну, она работает три куплета. Нормально, она привыкла сутками работать. Все. Я кися, чичи, успокойся, молодец. Скажите. Скажите, а еще какие-то привычки, ну, со старой работы у Киси остались? Уже мало. Первые две недели она просила, чтобы штрафы ей в трусики засовывали. С прошлой работы осталось. Это не самое страшное, наверное. Да, самое страшное было, когда одна баба на утро пришла, ну, к нам в часть, точно в такой же форме, как и Кися. Она ей патлы чуть не подрывала. Ну да, конечно. Да это вообще. Ну, кстати, форма у вас красивая. Да, мы всегда должны быть в форме. Наш бицепс, трицепс, наш прессик. А знаете, почему мы в форме? Почему? Потому что никогда не знаешь, когда к тебе подойдут фотографироваться. Да? Ну да, да. Но все-таки вопрос, который интересует всех. Да. Объясните, почему вы ездите вот с этими включенными синими маячками все время? Ты умный самый, да? Попробуй сам выключи их. Извините. Ничего страшного. В личной жизни проблемы существуют? Есть небольшие. Вы знаете, по новому закону мы должны патрулировать по трое. Ну, двое мужчин и девушка. Понятно, да. Но какая может быть личная жизнь, когда она все время смотрит? Вот и сейчас она смотрит. Тихо, спокойно.
Что она делает? Тихо, тихо. Кися, у нее особый нюх. Она может в толпе распознать взяточника и коррупционера. Да ладно. Любит богатых и успешных. Это с прошлой жизни осталось. А, я понял, понял. Кися Шерлок. И что? Кися детектива. Кися Фас. Фас, кися пошла. Сейчас будет захват, жесткий захват. Опача, вы задержаны. Молодец. Он с женой пришел. Иди сюда на место. Иди на. Иди на. Неплохо, да. И самое последнее, очень важное. Внимание, друзья. У Киси с формой все в порядке. Есть проблемы, ну, знаете, со строевой подготовкой. А что такое? Сейчас увидите. Кися левой, это правая. Кися и левой, левой. Раз, два, три. Вот так в шпагате и ходят. Ну и напоследок. Напоследок. Я вам скажу, мы новая полиция. Поэтому, друзья, мы не ретрограды. Мы не будем, как некоторые старые гаишники, разгонять гей-парады. Мы, наоборот, их возглавим. Смотрим. Командир! А я не понял, что случилось. Здравия желаю, сержант ГАИ Гапоненко. Да, очень приятно, я что-то нарушил. Если бы я ждал, пока кто-то что-то нарушит, я бы до сих пор в Ирпене жил, понял меня? Очень смешно. Я говорю, причина остановки какая? Сразу не объяснишь. У тебя магнитофон с флешки читает? Допустим. Поставь музыку. Хорошо. Давай. Расформировывают нас. Ты у меня последний. Я хочу запомнить этот вечер на всю жизнь. Ты согласен? Командир, это давай я 200 гривен дам и поеду. Не-не-не, никаких денег. Все должно быть по обоюдному согласию. А что именно это? Ну, передо мной вон Бентли 160 км в час. Че не его? Ты не понял, у меня последний рабочий день, а не вообще. Не ломайся, ну сделай сержанту праздник. Да я не по этой части, я, может, поеду. Хорошо. Не хочешь так, будет по-другому. Тихо, сержант, ты что это? Да не бойся ты, это кошелек. Давай так, я дам тебе $200, но ты будешь делать все, что я скажу тебе. Согласен? Ну, если недолго. Класс. Только что по полной. Ну, естественно. С ощущениями. Стой здесь, я сейчас вернусь, подожди. Я понял, командир. Подожди. Ну, как я? Супер. Класс. Спасибо. Начнем? Ну, давайте. Употребляли? Нет. Сейчас. Егорыч! Пока мы не выпили, отойди подальше, пожалуйста. Ага. Еще, еще, ага. Еще. О, все, стой. Теперь сделай, как будто тебе страшно. Да. Егорыч, сфоткай нас, как будто он у меня на ладошке. На визир, фоткай, потом скинешь, да. Сейчас, Можно я буду называть тебя нарушитель? Хорошо. Класс. Тогда у меня есть тост. Ага. За наши сложные, но очень интересные отношения. Давай, пей. До 2 промилле. Давай, 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 давай. Выпил? Ага. Дыхни. Класс. Лавровый листик. Зажуй, как будто не пил. Пожевал? Ага. Дыхни. Класс. Все равно чувствую. Да что класс? Командир, может я... У меня для тебя сюрприз. Закрой глаза. Открывай. Это мне? Да. Что это? Специи какие-то? Лучше. Че, наркотики, что ли? Да, угадал. Ну а что, теперь... Это игра. Ты спрячешь в машине, а я искать буду.
Да, давайте не будем ничего искать. Давайте, командир. Слушай, ну ты не смелый какой-то. Обзови меня как-нибудь. Не хочу. Давай, скажи, что я козел, что я скотина, что я охренел. Как вы там еще говорите? Давай. Давай. Ты козел? Да. Скотина? Да. Ты что, охренел? Да. А теперь скажи, что мне хана, и звони начальнику ГАИ. Давай. У меня нет телефона. У меня есть его телефон, на. Это не на. Че, зачем это все? У человека тоже последний день. Может, ему тоже хочется внимания. Да давайте закончим. Я не буду никому. Ты же у меня последний, я тебе говорю. А первым знаешь, кто был? Ну. Никогда не забуду. Виталий Петрович из Верховной Рады. Помню, едет он такой важный. Пузиком руль себе крутит. И тут я такой, опа! Эй, как я тогда кричал! Не стреляйте! Не стреляйте! Да. Он потом, когда мимо меня проезжал, я картонным прикидывался. А он ко мне подъедет, штанину мне подожжет, а я стою, не моргаю. Вот это выдержка была. Да. А сейчас все. Это пей. Пей. Все. Пей. За что, спрашивается, люди на Майдане стояли? ГАИ они расформировывают. Обещали, что бизнес отбирать не будут. Я ж здесь все своими руками сделал. Все. Куст видишь? Я посадил. Красиво. Знак видишь? Я поставил. Ровно. Линию вот эту видишь? Да-да, двойная сплошная. Была одна. И то прерывистая. Да ладно, не расстраивайся, командир. Давай, давай попробуем то, чего я никогда не делал. Чего это еще? Ну, ты мне будешь давать взятку, а я попробую от нее отказаться. Че, никогда от взятки не отказался? Не. У нас вообще в этом смысле пацаны в батальоне неопытные. Да. Старший рассказывал, что делал это, но я как-то не решался, все думал своим... Да я понял, командир, но не вопрос. Сразу бы сказал. Не так быстро. Фары притуши. А то я стесняюсь. Давай. Давай. Да что давай, да ты меня тоже немножко как-то, ну, подзадорить там. Я сейчас протокол составлю. Не-не-не-не-не-не, с протоколом не те ощущения, говорят, давай. А, я понял, ну, да. Вот, извини, командир, сказать, больше такого не повторится, вот детям что-то купишь. Нет. Давай, накинь еще, чтобы жаба за горло взяла и душить начала, давай. А, я понял, командир, вот еще сотня. Нет. Давай, чтобы жене в глаза было стыдно смотреть. Давай, еще накинь, давай. Ясно, вот еще 500, нет! Я, командир. Что, еще накинуть? Нет. Я все. Ну как? Пока непонятно как-то. Хотя многие говорят, что первый раз не сильно нравится. Я понимаю. Ладно, хороший ты мужик. Езжай. Спасибо. Езжай, да забывай меня поскорее. Только когда будешь проезжать в следующий раз по трассе, не смотри в кусты. Не присматривайся. Меня ты там не увидишь. Езжай. А я тебе протоколы писать буду. Можешь на них не отвечать, я все равно буду писать. Хорошо. И еще. Пообещай, что никогда не превысишь скорость на этом участке. Все. Пусть ты не мой, но и другому ты не достанешься. Службу они новую собирают. Неподкупную, правильную. Да что ж вы думаете, что среди тех, кто придет, не окажется ни одной продажной сволочи, ни одного бездушного рвача? Вы действительно так думаете? А вот вам. Я уже заполнил анкету и прошел первый тур. Так что до новых встреч на дорогах. Нет, командир.